Кража велосипедов – преступление сезонное. Количество таких злодеяний увеличивается именно с наступлением теплых дней. Только за текущий год в Брестской области зарегистрировано 102 кражи велосипедов, в Брестском районе 6 случаев. Зачастую это связано с тем, что собственники велосипедов сами не беспокоятся о сохранности своего имущества, бросают его где попало, не маркируют. Зачастую не делают фотографии. В дальнейшем при обращении в милицию по факту пропажи велосипеда мы не знаем ни его приметы, собственник конкретно его описать не может. Брестская РУВД посчитала, нужен действенный способ профилактики. Изобретение милиционеров – это тросики с жетоном, на котором прописана вся необходимая информация. Кто пристегнул велосипед и по какому номеру обратиться, чтобы снять блокирующее устройство. Собственники звонят по номеру и получают свой транспорт в сохранности. Вот в данном случае при обходе территории в деревне Большие Мотыкалы был обнаружен оставленный без присмотра велосипед, на который было помещено блокирующее устройство. Чаще всего оставленные без присмотра велосипеды бывают на детских площадках, либо вблизи мест, где играют дети. И вот как живой пример. Кто-то относится к своему имуществу внимательно, а кто-то полагается на то, что кража его не затронет. Пускай попробует кто-нибудь украсть его. То есть вы считаете, что ваш велосипед никому не нужен? Просто знаю, чей это велосипед. Я всегда, когда я иду в магазин, я пристегиваю, или вы куда-то там, не знаю, даже возле дома, я тоже всегда безопасность обеспечиваю. Своему имуществу. Лучше купить тросик, и я буду знать, что мое имущество в безопасности. Правоохранители советуют не оставлять велосипеды без присмотра и купить тросики с замками, а также напоминают, есть возможность маркировки велосипедов нанесения специальным способом на детали определенных символов. Эти данные передаются в базу МВД, и такой велосипед возможно быстрее найти и вернуть законному владельцу. Валерия Гальперина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».